Чё скажу вам, друзья? Андрей, да, поснимай. Это моя первая щука в жизни на жерлицу в зимнюю. Ну, а да, поснимай. Ну, вытащи, ё-моё, чё тупить-то, Андрей? На камеру. А да, я сейчас буду заряжать жерлицу. Самая первая, друзья, щука моя в моей жизни. Короче, сейчас пытался стримчик запустить. Вот она, иртышовская щука. Щука. Друзья, первая щука. Короче, где-то, ну, под килограмм есть. Хорошая иртышовская щука. Вот и какая моя хорошая. Спасибо донатеру, который помог мне купить жерлицы. Вот. И я купил, и поставил, и поймал щуку, друзья. И вот такой лайк ставьте, короче. Всем привет, короче, с Омской области. Вот. Вот такой вот монстрик у нас есть. Вот. Ну, как-то так, друзья. Продолжаем рыбалку. Приключения у нас что надо, ребятули. Сейчас посмотрим, что у нее в пасе с зубами. Сейчас мы обмоем ее зубы. Ну, зубки у нее вроде бы... А, пальцы нужны. Зубы, друзья, короче, не шатаются. Не шатаются. Вот такой лайкос ставим. Андрей, сейчас меня на телефон сфоткай, чтобы фотографию было. А тут что? А? Тут что? Нет, там на телефоне-то покручивай. Все, есть что. Ну, выключай, нажимай. Сейчас я пошел.